7 апреля в Баку состоялась церемония официального подписания контракта по проведению в Азербайджане 4-й Исламиады Баку-2017. Как сообщает Азертач, контракт подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Азат Рагимов, президент спортивной федерации Исламской солидарности, министр молодежи и спорта Саудовской Аравии, президент Олимпийского комитета Саудовской Аравии принц Абдулла бин Мосаад бин Абдул-Азиз Аль-Сауд и вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде. Чингиз Гусейнзаде сказал, что Азербайджан полностью готов к проведению этих игр. По его словам, пока проведение 4-х игр исламской солидарности запланировано на май 2017 года. Точная дата проведения игр будет зависеть от того, на какую дату придется месяц Мухаррам. Игры будут проведены до месяца Рамазан. На играх будет представлено порядка 19-20 видов спорта. Программа соревнований будет близка к программе Евроигр, но будут и другие виды спорта, к примеру, тяжелая атлетика. Азербайджан активно участвовал во всех исламиадах и добился больших успехов. Считаем, что эти игры имеют большое значение для азербайджанских спортсменов, и мы с большой гордостью к ним готовимся. Сегодня гости осмотрели все спортивные арены, поэтому уверенно можно сказать, что Азербайджан полностью готов к проведению этих игр. Мы добьемся проведения этих игр на высоком уровне, подчеркнул вице-президент Национального олимпийского комитета. Министр молодежи и спорта Саудовской Аравии выразил признательность правительству Азербайджана за большой интерес к играм исламской солидарности. Азат Рагимов подчеркнул, что в последние годы Азербайджан на высоком уровне проводил международные спортивные соревнования. На церемонии был показан видеоролик, посвященный Баку-2017. В Джидде 23 и 24 июля 2013 года было принято решение о предоставлении Азербайджану право провести 4-ю исламиаду Баку-2017. Парвана Рагимова, Сахават Гулиев, Вюсал Видадиоглу, Наиль Бабаев, Азертач.